Ровно 50 лет назад 4-я средняя школа города Черкесска открыла двери для своих первых учеников. В числе первоклассников тогда пришла и Ольга Григорова. Сегодня ее ученики уважительно называют Ольга Николаевна. Пролетели школьные годы, затем и учеба в педагогическом училище, и она снова вернулась в родную 4-ю школу, но уже в качестве дипломированного педагога. Здесь она работает более 30 лет. Я, наверное, как только пришла в школу, я сразу захотела стать учителем. И вот 10 лет училась в школе, и, в общем-то, мои интересы, желания не менялись. Я, в общем-то, люблю детей, но я думаю, они мне отвечают тем же. Я в этом районе выросла, я эту школу сама в 75-м году закончила, и поэтому школа для меня родная во всех смыслах. 50 лет назад школа на фоне маленьких хотенок смотрелась как высотное здание. За эти годы в городе, да и в самой школе произошло множество перемен. Времена менялись, но неизменными оставались высокий профессионализм педагогов и их безграничная любовь к своему делу и ученикам. Сейчас педагогический коллектив школы входит 36 учителей, половина из которых имеет высокую квалификационную категорию. Весь этот прекрасный в большинстве своем женский коллектив последние 10 лет возглавляет очаровательная Людмила Ревенко. Нельзя не вспомнить добрым словом тех ветеранов, которые уже будучи на пенсии продолжали работать. Шахарян Снина Федоровна, Хмуров Петр Федорович приходил, помогал нам. Очень много учителей. Огромная плеяда. Благодаря им, их стараниям, школа такая. Благодаря им в нашей школе сохранился теплый, дружеский микроклимат, который мы просто стараемся поддерживать. Шаг, который они когда-то, 50 лет назад, сделали, мы стараемся держать ровным, четким, чтобы быть достойным тех, кто начинал путь этой школы. В день 50-летия поздравить коллектив школы пришли представители мэрии Черкесска, правительства Карачаева-Черкесии и Народного собрания. Гостей приехало столько, что просторный школьный спортзал оказался маловат для юбилейного торжества, полного радости и воспоминаний. Много теплых, сердечных слов было сказано. От имени всего депутатского корпуса желаю коллективу крепкого здоровья. Пусть будет у вас родители, которые вас понимают, и благодарные ученики. И пусть вот это 50-летие добавляет только нули. И 500 лет, и 1500, и так далее. Среди учителей, работающих в этой школе, немало ярких и талантливых личностей. Многие из них в этот день были отмечены благодарственными грамотами правительства республики, отдельно мэрии Черкесска и Министерства образования Карачаева-Черкесии. Директору школы было присвоено почетное звание «Заслуженный учитель Карачаева-Черкесии». А сама школа в подарок получит новую спортивную площадку, которая будет построена в ближайшие месяцы, пообещал глава города Черкесска Евгений Биланов. У вас особая атмосфера. Вы здесь творите, доброе, чудесное. И я хочу сказать, что этому способствует ваш коллектив. Замечательный коллектив с сложившимися традициями. У вас замечательная школа, которая является ведущей, не побоюсь этого слова, стартовой площадкой. Вы участвуете во всех образовательных программах, во всяком случае вы принимаете участие. Ваши ученики побеждают на олимпиадах. Ваши ученики поступают в престижные вузы страны. Это ваша заслуга. Удался на славу концерт, посвященный 50-летнему юбилею. Стихи, песни и танцы в исполнении юных учеников порадовали присутствовавших на торжестве гостей. Лет – это значимая дата. 4-я школа – это к тому же еще история нашего города. Она воспитала для Черкесска много хороших и достойных людей. Праздник закончится, но история школы продолжится. И пусть этот звонкий звонок, раздающийся здесь ежедневно, звенит еще долгие и долгие годы. Фатима Куршева, Михаил Каракелян. Итоги недели.